Новый год, все дела. Едем на праздники в Курск. Там будет какое-то мероприятие для детей. Дед Мороз, там еще кто-то. Наверное. В общем, едем туда. Я там уже был. В принципе, там мне уже смотреть нечего. Вот мы уже на Курском вокзале. Представляете, видели когда-нибудь палатку шоколадниц? Вон она. Вот. Офигеть. Что, увидимся в Курске? Короче, приехали мы в Курск. А Маши папе в Украине. Мы тоже приехали. Ура, мы приехали. Вот нас встретили, все нормально, короче. Завтра начнем тусить. Сейчас будем, короче, стрелять из ружья. Киллер местный. Показывает. It's kind of getting power from the crowd. Fight like you never fought before and make them proud. I've never been so concentrated on the game. I can feel my heart beating while I'm taking aim. It's time to recognize your own tenacity. Getting rid of your envy and vanity. Send it all in a row. Вот, короче, позади меня Европа. Европа, торговый комплекс. Это самая маленькая Европа, которая находится в Курске. Тут на самом деле их много. Как мне сказали местные жители, это два магната, которые местные, которые соревнуются между собой, кто больше построит. И вот один из них строит вот такие Европы. В торговом центре Манеж. Тут всяческие памятники, лошадки, Новый год, все дела. Все. Мы приехали на праздник. Все. Здесь. Все, мы прибыли. Короче, тут праздник такой. Едем в центр в трамвае. Тут билетики такие дают, 12 рублей проезд стоит. Представляете? А вот скоро уже доберемся и все вам покажем. Сидим, короче, в местной забегаловке типа KFC. Жар пицца называется, вот такая кола. Собственно, пицца. Почему типа KFC? Да, там продают пиццу, но весь остальной ассортимент там как KFC, стрипсы и так далее. Вот это все, вот эти два куска пиццы и кола стоит 160 рублей. В Москве это стоило бы рублей 300. То есть разница очень весомая. Все оказалось очень вкусно, сытно, прикольно. Тут даже, кстати, помимо всего прочего, дают две зубочистки. В общем, отношение к клиентам хорошее. Все, идем дальше. Тут, короче, какой-то детский праздник с пуделем королевским. Курск очень любит праздники, я понял. Нашли кофейню. Как она? Газ-кофе. Газ-кофе называется. Вот. Очень дешевые латы. Дешевле, чем в Москве и в других городах. Вот, сейчас мы в заведении. Как это? Что-то там пицца тоже, да? Что-то пицца, вот. Просим что-то хавать. Уже. Не выдержим. Вот, короче, вот вы видите, да? Кола. Пицца, вот просто большое количество пиццы, вот 4 огромных куска, вроде вкусных, кофе и коктейль. И за все это отдали мы 350 рублей на двоих. Представляете? Сейчас я не знаю, как по вкусу, как тебе по вкусу? Вкусно.
насыщенно. Сейчас много всего тут. Сейчас попробуем тоже. Тебе-то все вкусно. Да, действительно, пицца нежная. А, собственно, так и называется, нежная. Все, я врубаюсь. Мы ушли от центра, еще какая-то деревня вообще непонятная. Но, в принципе, я понимаю, куда идти. Но мы уже удолбались тут. Везде вот эти вверх-вниз, спуски всякие, подъемы. Ну, короче, наверное, мы дойдем. Очередной день в Курске. Сегодня пришли на картодром, а именно школа картинга местная. Ну что ж, общее мнение о Курске. Во-первых, куряне очень любят свой город, это видно. Во-вторых, это город торговых центров, комплексов, развлекательных заведений, кучи магазинов, особенно обувных. Ну и, в принципе, очень все прогрессирует, за исключением зданий. Здания никто не реставрирует, все разваливается, но очень многое у них получается. Все, мы домой.